Без сопла, на минимальной температуре и максимальной скорости высушиваем волосы полностью. Так волосы просушиваются с естественным объемом, что очень важно при работе на сухую. Если сушить на максимальной температуре, волосы пересохнут и вы больше никак не сможете их уложить, придется перемывать голову. На высушенные волосы начинаю протягивать утюгом, чтобы было удобнее дорабатывать. Диагональными проборами к лицу, так же как стригли, выбираем пряди и протягиваем одним движением, подставляя расческу перед утюгом. Прикорневую зону прорабатываем несколько раз и плавно разглаживаем через расческу. На концах немного задерживаемся. Утюг не разжимаем, пока прядь не покинет полотно. Глубоким параллельным срезом я буду делать ровную линию мягче. У лица также сделаю линию мягче и укорочу к пробору. С противоположной стороны делаю то же самое. Точно так же, как стригли, радиальными проборами выбираем пряди и прорабатываем двумя способами. Глубоким параллельным срезом и скользяще режущим.
Выбираем всю теменную зону общим захватом. Точечным срезом задаем линию от челки к самой первой пряди из точки распада, от коротких к длинным.